Битва с лесными пожарами продолжается в Португалии. Там уже выгорело больше 100 тысяч гектаров леса. Число жертв возросло до 7. В стране идет масштабная эвакуация. Местные власти уверены, это поджог. Уже почти неделю Португалию стремительно охватывает огонь. Ранее от Евросоюза туда отправили 8 специальных самолетов, чтобы бороться с пламенем с воздуха. Но тушению мешает сильный ветер. Из-за этого количество очагов уже перевалило за 140. Тысячи жителей вынужденно оставили свои дома. Причина бедствия экологи называют рекордно жаркую и засушливую погоду. А в Европейском Союзе сравнивают этот удар стихии с наводнениями в Центральной Европе и считают происходящие катаклизмы климатическим сбоем. Однако в местном Кабмине придерживаются мнения об умышленном поджоге. Очевидно, что пожары вызваны не природой. Они происходят по ночам каждые 10 минут на расстоянии 500 метров друг от друга. Национальная полиция арестовала 7 человек, подозреваемых в поджогах.